В Якутске заработал единый миграционный центр. Отныне трудовые мигранты могут оформить документы в одном месте на Лонгинова, 36. Для получения гражданско-трудового договора или патента в центре можно сдать экзамены по русскому языку, истории России и основ законодательства страны. Там же можно получить полис добровольного медицинского страхования, справки о медосвидетельствовании и свидетельство о постановке на налоговый учет. Совсем недавно эти услуги предоставлялись в разных службах. Кроме того, оформлением документации занимались порой посредники, среди которых было немало мошенников. Когда мы обсуждали работу этого центра миграционного с диаспорами, с руководителем диаспор, мы их пригласили, они высказали свои пожелания. Мы пошли им навстречу и по тарифам, которые будут предъявлены. Это все с ними согласовано, чтобы не было никаких, так сказать, все взаимопонимание было полное. Они высказали, что нам в этом помещении нужно им выделить помещение, чтобы были их представители здесь. Ну, представьте себе, придет человек, плохо понимающий, знающий и так далее, будут свои переводчики, которые помогут нам в переводе и паспортов иностранных, значит, ну и другой необходимой, значит, документации здесь.